таким дерьмом, а теперь ты в границе абсурда, когда твоих грязных мусоров носом в говно их собственно пнули. Ты мне, блядь, не даешь в туалет сходить. Ты ебанутая? Скажи мне, пожалуйста. Ёпта. Да иди ты нахуй. Пошли. Пошли. Я в туалет хочу. Одевай. Šādi lūgumi ir apzināti, ka turpināt tiesas procesu. Un tiesa atkārt, kad varētu pieši cilvēks. Мне заранее писать заявление, во сколько меня в туалет отвезти. Это вообще свести. Да я свести без меня. Одевай. Одевай пошли в туалет. Tātad tiesa norāda, ka jūs izrādīs no tiesas zāles, ka tiesa... Тебе здесь насать! Ты ебанулась, блядь, вообще что ли? Сиди-то, девочка! Сходи в церковь, пускай батюшка тебя водой святой польет из ведра и прокурора с собой возьми. Одевай, 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 пошли. Да я в туалет хочу, мне здесь насать. Я вообще ебанулся, сиди-то. Прозрей, бля. Ёпта, сходи в церковь помолиться. Jo tas var tiesa sēdi notiek tikai nepilnas divas stundas, tas nenozīmē, ka viņam bija iespēja ātrāk pabūt labierīcībās. Un tomēr, kad tam ir savu veselības stāvokas un fizioloģiskās vajadzības, un manuprāt, šāda situācija nav pieļaujama, cilvēkam neļauj aiziet uz to, tā ir pielīdzināta spīdzināšana, un bijušais nekā